научно доказанным является установка имплантатов, изготовленных из титана. Большая часть производителей так и производит имплантаты из титана или из титанового сплава с небольшим добавлением различных элементов для улучшения прочности и физико-химических характеристик этого имплантата при его производстве. Надо понимать, что имплантат – это медицинское изделие, и успех его долгосрочного функционирования, его применения зависит от того, насколько точно и четко проведено обследование пациента, первоначальная диагностика, спланирована методика установки имплантата и насколько хорошо это сделано руками.